Добрый день! С вами я, Владимир Свершин, и программа «Однажды». Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы знать, в какую именно. Быть может, вы помните из школьного курса истории, что во дворце Екатерины Великой был автоматический стол, который мог опускаться вниз на кухню, сервироваться и по команде подниматься обратно на второй этаж к гостям. Список блюд на кухне был настолько велик, что мог удовлетворить любой самый взыскательный вкус. Каждый гость писал на специальном листике, что именно он желает получить себе на обед, и повара немедленно удовлетворяли его прихотливые вкусы. Однако же и на старуху бывает порука. Однажды они не смогли выбрать из своего огромного списка возможных блюд, заказанное высокородным гостем. Этим гостем был великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Дело в том, что он заказал себе на обед солдатскую кашу и обычные щи.